coming, said, mean it. She asked her gift you. No. Where are you? You answered all. Дайте пройти. Здоровья.
Thank you.
Thank you.
Лучше не привлекать внимания. А там что? Что? Nedjer! Kemer wen nesu! Again! Chai charese isheset. Ken pamir? Вот гробница Осириса, недвижимая, как сам он, недвижимая, как сам он, и члены его недвижимы, как он сам. Адринин. Здравствуй, чистейший. Да пребудет с тобой радость, Меджай. Радости мало, пока воздух Мемфиса наполнен трупной вонью. Я пришел обсудить найденную мной жалобу по Шеринптаха. Да. Нам нужен доброволец, чтобы осмотреть гробницу. Похоже, все боятся чудищ, что обитают внутри. А почему ты сам не пойдешь? Они испугаются жреца. Я сосуд богов, не воин. Могу помочь лишь молитвами. Тогда я сражусь с ними. Пусть твоя вера защитит меня. Ха. Да хранит тебя Птах. Славься, Осирис, ты не разложился, ты не стал червями. Ты не увял, ты не сгнил, ты не истлел. Ты не увял, ты не истлел, ты не сгнил. Ты не увял, ты не истлел, ты не сгнил. Вот гробница Осириса, недвижимая, как... На
Нашли что? Никого. Я очень надеюсь, что сокровище того стоит. Здесь воняет, как в свинарнике. Зажми нос, дыши ртом. По крайней мере, за нами точно никто не увяжется. Никто, кому дорога его Ка. Только не говори, что испугался. Только дураки не боятся богов. Только дураки в них верят. Никого. Смотри, как бы они не покарали тебя за богохульство. Что у вас? Ничего. Нашли что? Никого. Сюда! Скорее! Эй, что? Что? Вижу! Я едва могу дышать. Источник миазмов где-то совсем близко. Усопший, прости, что нарушил твой покой. Позволь мне пройти здесь. Эти мумии целы. Вонь идет не от них. Это заглушает запах. Совсем недавно здесь кто-то был. Кто-то, кто не боится чудищ. Что это за отвратительная жижа?
Нужно найти ее источник. Мумии. Они гниют. Это преступление против мертвых. Вот. Плоть разлагается. Но все бинты на месте. Бинты не повреждены. Значит, виноват бальзамировщик. Об этом никто не знает, ведь все боятся чудищ. Надо наведаться в храм мумификации. Свежий воздух. Вот настоящая благодать. В сторону! Прочь с дороги! Хай позишн герех! Охранять храмы когда-то было священной обязанностью меджаев. Теперь их больше нет. Анубис. Мир тебе. Пусть Осирис хранит твоих близких. Мне не нужны твои услуги. Я должен осмотреть храм. Но ты не жрец. И кто позволил тебе здесь разгуливать? Верховный жрец. Если хочешь, можешь проверить. Ах, да. Бедный Пашринтах. Над нами нависло проклятие. С тех пор от нас сбежало два бальзамировщика. А заменить их можно только неумелыми работягами. Это просто беда. Вот бы выгнать их поскорее. Вот бы с ними встретиться. Это сюда доставляют тела? Да. Это врата Ибу, место очищения. Усопших сюда приносят родственники. Тела омывают слезами, что пролили боги над мертвым Осирисом. Или просто водой. Кто знает? Нет, так рано мумию испортить невозможно. Этот человек ни при чем. Что ты здесь? Да, знаю. Хочешь узнать, что я делаю? Омываю тела усопших. Тружусь. Вот уже 10 лет. Говорить особенно не о чем. Он чем-то похож на меня. Но смотреть не запрещает. Ну что, унял любопытство? Еще нет. Не хотел бы я оказаться твоим врагом. У меня нет врагов. И секретов тоже нет. Вот так мы вытащим мозг. Он бесполезен. Теперь делаем разрез и вынимаем печень, желудок, легкие кишки. Они начинают разлагаться первыми. Как интересно. Сюда редко заглядывают. Заходи в любое время. Скрывает вину за дружелюбие? Нет, я так не думаю.
Поспеши! Ты мешаешь нам и тревожишь мертвых. Как скоро сюда приносят тела усопших? Спустя пару дней. Тела они приносят сразу, чтобы у нас не было искушения их осквернить. Теперь ясно, почему тебя назначили встречать скорбящих. Бог спасет меня. Я тот, кто воскреснет, и тот, кто войдет в эту дверь. С чем ты работаешь? Это соль? Не соль. Натрит. Он вытягивает влагу, а еще он ужасно жжется. Все руки в ожогах. Хотя сейчас стало лучше. Может быть, натрит изменился? Текстура стала более рассыпчатой. Наверное, это все новый поставщик. Человек на заднем дворе сможет рассказать больше. Если тела сушат с помощью натрита, значит, с натритом что-то не так. Надо поговорить с рабочим во дворе. Глубокие воды мне ведомы, как мое имя. Узри владыку потока. Плечо его прочно крепится к шее. И арка над головой повелителя Запада. Подношение, что две великие богини Запада преподносят мне. Анубис мой проводник, а тот, кто даст... Интересно, симпатично. Это сюда доставляют тела? Да. Это врата Ибу. Место очищения. Усопших сюда приносят родственники. Тела омывают. Или просто водой. Бог спасет меня. И вырвались рыдания из груди моей, когда я узрел. Ротагеруе! Виксуке! Хай позишн герех. Ага. Ну, мезни оджерянх. Эти тела сушили натритом? Хм. Ты еще кто? Я проверяю храм. А, ты не торопился. В Мемфисе уже давно стоит трупная вонь. Думаю, все дело в натрите. Откуда он? Это рядом. У канала там стоят стражи. Но берегись крокодилов. И ящериц. Ты сказал ящерица? А ты что-то знаешь? Ну, об этом шепчутся в тавернах. Просто слухи. Если тебе больше нечего сказать, я пойду отсюда. Стой! Послушай меня. Этот натрит испорчен. Смешан с песком. Иди на склад. Это к северу от храма. Боги с тобой. Значит, мумии разлагаются из-за натрита. Что ж, посмотрим, что хранится на этом складе.